Ребят, всем привет! Привет, солнечной Кубани. Юг, лето 2024. Посмотрите, какая красота эта территория турбазы Парус. Шикарный вид, рядом море. А мы идем с Володей на пляж Ейскую косу. Посмотрим, что там открылось, что там есть. У нас в этом году приезжал губернатор. И именно по Ейской косе задавал местным властям вопросы. Почему не облагорожено? Почему стоят постройки, которых не должно быть? Сейчас посмотрим, исполнили ли наши местные власти указ губернатора. Все как было, так и осталось. Все так осталось? Нет, там облагородили, я видела в местных группах, что немножко изменили, что-то там... Что-то там добавили. Есть кое-какие изменения. И мы сейчас с вами на них посмотрим. Уже цены подняли. Здесь стоянка. Кстати, вот здесь стоял шлагбаум в прошлом году. Его губернатор велел убрать, потому что сказал, в смысле шлагбаум? Пляж – это достояние народа. И люди должны сюда беспрепятственно попадать и отдыхать. А он курсы, что у него весь курс. И видите, в этом году... Не узнать Ейскую косу. Так, цензура не пропустила Володину речь пламенную. Смотрите, как изменилась Ейская коса. Тихо. Смотрите, наностолбики стоят с нанотехнологиями. Слушай, а ты обратил внимание, как море? Море близко, смотри. Видишь, море как близко подошло. Прилив. Здесь знаменитые собачки. Володь, ты знаешь, как собачка зовут? Бородач. Бородач и Лиза. А, Лиза и Бородач. Да. Сейчас подойдем к ним. Так, здесь плавательные средства есть. Лиза под Лиза. Ого, ой, слушай, да, магазины расширились в этом году. Они такие были маленькими закупками. Вот они. Местная знаменитость. Лиза. А вот Бородач. Бородач. Смотрите, у него реально Бородач. Узнал, да. У него борода реально. Ну, да. А, ты хороший. Все очень любят, все местные жители, все, кто есть отдыхать, знают вот этих двух собачек. Ну, разговаривай. Давай. И все их очень сильно любят. Давай. Ой, хороший собачка. Ну, хороший. Ну да, седой. И Володя тоже. Седой? Посидел. Смотри, он говорит, от хорошей его, жизни. Пузом гладь. Еще он тебе машет лапкой. Еще давай гладь, смотрит на тебя. Пойдем, сходим. Да, тунику посмотрим. Пишет. Что я хочу сказать, из обычных киосков сделали прям такие торговые павильоны. Вон твоя большие. А? А, вон катер Бали, да. Володь говорит, вон твой Бали. Здесь ветерок, кстати. Но мы с собой, если что, взяли микрофоны. Шлагбаум убрали. Все, свободно машины подъезжают теперь. Прямо к пляжу. Так, здесь что? Здесь чебуреки. Это точка общепита. Здесь такой вот шаурма, чебуреки, что-то, пиво, вот такого плана. На открытой веранде замечательно просто. А мы обычно едим, вот Елена Вейв там столовые, и, кстати, там тоже есть бургеры, шаурма. И вот я смотрю, народ на пляже тоже есть и купается. И смотрите, что нового на этом пляже. Это пляж молодежный, или по-другому называем, Ейская коса. Здесь установили турники, качели. Вот такой комплекс. Наверное, да, надо микрофоны одевать. Это ветер. Да, чтобы не больно было. Термоусадочная. Ага, чтобы не больно было руками держаться. Ну и не нагревалось, чтобы. Зажали до конца. Сэкономили. Классно. Володь говорит, некуда ему микрофон цеплять. Вот такая вот качель. И детский вот такой комплекс. Это как у Брежнева, на штуке. Микрофон? На шее. Да, ясно.
под деткам здесь такие. Да. А, в группе обсуждали, что черного цвета вот эти столики, стулики, не знаю, что будет припекать. Но ничего, народ сидит. Очень люблю здесь купаться. Мой любимый пляж. Такой залитый солнцем. Так, мы пойдем есть. Я уже очень сильно есть хочу. Накупалась, наотдыхалась. Да, здесь, смотри, здесь поубирали эти какие-то заборы, какие-то строения. Что-то здесь такое было допотопное. Были. Даже можешь в этих... Да, и построили парковку. В прошлых роликах можешь посмотреть, прошлогодних. Здесь какие-то конструкции были. И губернатор сказал все это поубирать. Чтобы пляж был более таким облагороженным. И вот такую хорошую парковку сделали. Здесь тоже есть туалет, как на центральном пляже. А в столовой есть туалет? Не помнишь? Нет. А что? Нету, да. Он разрешил открыть столовую, да, без туалета. Мне прям интересно. Вот. И прямо на берегу моря вот такой находится, такая столовая. Ну, цены такие приемлемые, как везде. Здесь вот есть искусственная волна. Кто любит серфинг, можно кататься. И вот такая столовая. Нравится нам. Вот искусственная волна для серфинга. 10 минут 800 рублей, 30 минут 1800 и час 2500. Мы пошли в столовую. Здесь вот есть такая зона, фотозона. И они же качели. Вот можно на качели покататься. Ну, в основном здесь фотографируются. Пальмы здесь будут стоять. Это искусственные пальмы. Я смотрю, с них шапки поснимали. Да, листья еще не прицепили. И установили вот такие качели. А, так они и были качели-то. Мы же тут фотографировались. Эти были, вот эти. А, были, да. Нет, в прошлом году уже эти были. Что-то писали еще новое здесь, что-то еще было. Вот такие беседки поставили, да. Вот. Экстренно. Какой-то, смотри, мыс, вот этого мыса не было из камней, видишь? Вон там создали. То есть можно прямо к морю подойти, мы сейчас прогуляемся. И вот здесь вот причал, здесь катер Бали. Да, приплывает он, как раз он плывет. Можно на нем на птичий остров прокатиться. Да и вообще покататься по морю. Пошли. Плюс этой столовой здесь сделали такие умывальники для рук. А вот минус, здесь нет туалета. Туалет только на улице. Можно компот из сухофруктов холодненький налить. Или можно соки. За любой сок цена фиксированная. Но вот я... А, вот. Нет. Нет, 45 это не за сок. Так, сейчас Володь там надевает футболку. Опс. Так, а я двигаюсь двумя подносами. Пирожочки за 45 рублей. Слойка с ветчиной 80. Круассаны с шоколадом. Тортики начались. Давай двигаемся. Салат 95 рублей за 100 грамм. Окрошка 95, борщ 190, солянка 210, суп пюре грибной 120. Вот такие супы, кстати, подорожало сильно прямо в этом году. А, половинка за 95 рублей борщ. И так, что еще вам показать? Вот я буду лапша удон с овощами, очень сильно нравится, да. Кукуруза 120 рублей на пляже, она, кстати, 150 обычно. Не знаю, в этом году пока не видели. Вот такие вот цены. Будем перед панорамным окном сидеть. Вот на таких стульях. Ну вот смотрите, Володь, подожди, покажу. Это для отдыхающих информация. Борщ со сметанкой, салат овощной Володя взял, две пампушки, лапша удон с овощами, булочку с маком и сок. У меня суп грибной пюре вот такой с сухариками, салат овощной, лапша удон и булочка и сок. И все это вместе вышло на 771 рубль. 770. Решили еще, Володя чай взял,
булочкой сладкой. В общем, десерт. А я решила латте взять и Сочи. Вот такой. А пиво? Здесь пиво вряд ли. Здесь можно самим, ну, сделать кофе и оплатить. Там автомат у них стоит. А Володь просто чаек. Ну все, вкусно поели. Очень вкусно. Еда здесь свежая. И пойдем гулять с Володей. Вон там смотрим, прямо какая-то отмель, что ли, по ней ходят. Хотим туда тоже прогуляться. Не знаю, сейчас погуляем, походим здесь. Пират. Сколько у нас фотографий сделано уже с этим пиратом? Волна заработала, я смотрю. Знаешь, что это такое? Это памятник приезжим севера. Да? Почему? Это говорят, что вот, пока у вас такое... золотом не будет. Володь, пошли. Чего? Пойдем. Кстати, вот с этой стороны пляжа тут купаться нельзя, запрещено. Тут воронки образуются. И вообще можно очень легко утонуть. И нам подписчики писали, что затягивают вообще море. И здесь создали какой-то искусственный такой мыс из камней. Ну, Володь, мы туда не пройдем, туда все ноги переломаешь. Он прям полностью из камней состоит. Ну, фотографии очень красивые будут. Смотрите, как тут волны бьются о скалы. Все-таки полез. Я, наверное, не пойду. Смотрю, мне кажется, достаточно сложновато. Ну, в принципе, можно, но ребята, очень аккуратно. А, можно пройти, да. Ой-ой, я отключаюсь. Ребят, я застряла. Тут какой-то ручей. Я оказалась между, это я не могу сделать шаг. Забирай меня, давай! Давай, забирай, он там стоит, позирует. Нет, дальше не пойду, ребят, тут дальше глина, и прям пройти практически вообще невозможно. Сейчас, говорит, я шот сниму. Не, Володька вообще рисковый парень. Я более аккуратная и осторожная. Нет, надо продвигаться назад. Не рекомендую здесь ходить, ребят, не рекомендую. Опасно, тяжело, и камни скользкие, и еще и водой захлестывает. Вон он стоит, снимает. Ура, я выбралась оттуда. Я больше ни за что не полезу. Вот на Есть-Кокосе там все равно как-то попроще. Мы туда проходили с Ксюшей, фотографировались. А здесь достаточно сложно. Видите, как волны. Ах! Прямо размывают эту косу. Лето 2024. Красота. Отдых в Ейске. Здесь ветер сильный, волны, но... Я тут купаться не пойду сюда. Вернее. Володя уже загорел такой, да он на работе загорел так. На волнах здесь здорово было бы, конечно, с какими-то этими плавательными средствами. Но я думаю, давай, окунайся, тут попрохладнее. Смотри, говорит, меня на цепь посадили. Если, говорит, кто с собаками приезжает, вот может, говорит. Это когда губернатор приезжал, сказал, почему у вас нет удобств. Вот сделали удобства. Видишь, для того, кто с собаками. Чтобы можно было на цепь посадить. А зачем здесь цепочка? Ну, я думаю, парусники какие-нибудь, что-нибудь. До парусника метров 50. Ну, покажи. Не знаю. Да, пойдем. Мы пошли на парусники посмотрим. Погуляем. Так повернули за угол, я немножко в шоке. Здесь такой движ, здесь. Слушай, только народу. Нет, здесь детский. Всегда.
Детский пляж. А, да, вот они, ребятишки там. Думаю, что-то с детьми нету. Да. Здесь очень вкусно, кстати, пахнет вот этой столовой. Пахнет какими-то горелыми котлетами. Нет. Эти парусники. Да, здесь детками вон купаются все. Мы попали куда надо. Я, пожалуй, сейчас тоже тут скупаюсь. Я думаю, что здесь потеплее водичка будет. Да, да, падаем. Да. Нет, давай подальше, поглубже. Там уже люди начинают. Да? Ну, давай здесь, хорошо. Давай. На этом пляже, конечно, здорово. Повеселее. Народу много. На серфинге учат. На паруснике учат кататься. Вот такие, я не знаю, как эти доски называются, берут в прокат и катаются на них. Просто веслами гребут. Ну и вообще народ, видите, побольше. А мы просто лежим. Вот Володя. Лежит, просто балдеет. Посмотрите, какая красота. И фонтан. С ангелочками. Это около кафе «Мангал». Вообще замечательная фотозона. Володя сейчас мне нафотографировал и около фонтана, и около роз. И вот здесь есть «I love you, Ейск». Thank you.